Я приветствую всех зрителей программы «Культ Фьюжн». С вами Анна Акуджава. А начинаем мы с яркого шоу «Конкорд Оркестра». Это первый в мире танцующий симфонический оркестр. Кто еще не знает, обязательно смотрите прямо сейчас. Вы только представьте, звучат мировые рок-хиты, а еще в исполнении симфонического оркестра. Что-то действительно за гранью. Вот она, настоящая сила музыки. Это надо слышать. А еще лучше увидеть такое зрелище своими глазами. «Конкорд Оркестра» – первый в мире танцующий симфонический оркестр. Артисты демонстрируют виртуозную игру на инструментах, находясь в постоянном движении. Яркие костюмы, свет, звук, постановка номеров – все слилось в единое целое и создавало невероятную атмосферу настоящего рок-концерта. На шоу звучали нетленные композиции мировых рок-групп, таких как Linkin Park, Nirvana, Queen и многих других. Каждый номер был особенный. Я лично не смогла усидеть на месте. Ноги сами отбивали ритм каждой композиции. Это шоу стало одним из тех, что вызывает сильные эмоции и остается в памяти надолго. Ведь после его окончания по пути домой в моих наушниках на всю громкость звучали песни любимых групп Linkin Park и Queen. А я, конечно, им подпевала. В наступившем 2021 году мы отмечаем дату – 60 лет первого полета человека в космос. Ну, а сегодня мы пришли на выставку, как раз приуроченную к этой дате. Давайте мы сейчас все вместе посмотрим, как это было. Все мы, конечно, знаем героя, ставшего легендой – Юрий Гагарин. Человек, который 60 лет назад первым в мире полетел в космос. Эта фамилия стала мировым достоянием, ведь был осуществлен такой невероятный прорыв в области космонавтики. На выставке был представлен ключ запуска. Хотя подлинность экспоната сейчас проверяется, но все факты, собранные на данный момент, указывают на достоверность сведений. Скорее всего, этим ключом Юрий Гагарин запускал свою космическую машину. На выставке представлены не только вещи Гагарина, но и других выдающихся космонавтов. Например, защитный костюм Олега Макарова. В витрине у нас представлен костюм. Это спасательный скафандр Олега Григорьевича Макарова. Олег Григорьевич Макаров – наш земляк, уроженец города Удомли. Этот скафандр – защитная часть и силовая часть внутри. При помощи трубок производится вентиляция и подача воздуха. В 2019 году на салоне «Макс» была представлена его модификация. Ну и, конечно, всем интересно, чем же питаются космонавты. Вот и мы узнали об этом подробнее. Здесь образцы нового питания. Сейчас проводятся эксперименты на МКС по выращиванию продуктов и даже разводят перепелок для того, чтобы космонавты сами могли себя обеспечивать. Для полетов в космос требуется особая подготовка. Проводятся различные тренировки. И, конечно же, на борту космонавтам приходится что-то ремонтировать. Скажу честно, сделать это не так уж и просто. Очень сложно ухватить на самом деле, потому что перчатки мешают. Ой! Ну, правда, это очень тяжело. Одним словом, выставка оказалась очень интересной. Добрый день, дорогие друзья! Киноконцертный зал «Панорама» открыл продажу абонемента на следующий концертный сезон под названием «Музыкотерапия». Последние десятилетия такое понятие, как стресс, стало неотъемлемой частью нашей жизни. Специалисты предлагают ряд эффективных способов борьбы с этим недугом. Одно из них – музыкотерапия. Музыка избавляет от стресса, пробуждает творческие способности и даже облегчает физическое состояние. Как известно, посещение концертов классической, джазовой и народной музыки не только признак хорошего вкуса и воспитания, но и мощная энергетическая подпитка. Музыка оказывает антистрессовый эффект без усилия со стороны самого человека. С помощью подобной музыки в целом улучшается здоровье человека, особенно если он не просто слушает музыку дома, но и посещает концертный зал.
Именно эти утверждения вошли в основу создания абонемента «Музыкотерапия». Абонемент включает в себя три концерта. Программы концертов подготовили для вас коллективы, которые являются одними из ведущих в своем направлении. Оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лишкевича – это своеобразный звуковой джазовый музей, который можно посетить только во время концерта. Основная творческая концепция коллектива – это дать представление современному слушателю о том, как звучала исполняемая музыка в ту эпоху, когда эта музыка родилась. Репертуар оркестра «Столичный джаз» состоит из ярких произведений в оригинальных аранжировках эпохи свинга, которые на современном языке можно назвать хитами эпохи больших оркестров. Мы встретимся с легендарным кроссовер-ансамблем «Терем-квартет». Ансамбль часто выступает посланником Санкт-Петербурга, и поэтому его называют визитной карточкой города, ставя в один ряд с Эрмитажем, Русским музеем и Мариинским театром. Каждый, кто побывал на концерте «Терем-квартета», уносит с собой частичку счастья, а это и есть главная задача артистов ансамбля. Нам предстоит встреча с прославленным Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Осипова и популярнейшим в своем жанре вокальным трио «Реликт». Коллектив имеет благодарности и дипломы от президента России, руководителя аппарата Государственной Думы, Московской Патриархии, правительства Москвы, от руководителей многих российских регионов и республик за выдающийся вклад в развитие российской культуры. Напоминаю, до 1 сентября 2021 года стоимость абонемента составляет всего 1500 рублей на любое место. Спешите приобрести абонемент для себя и своих друзей. Будьте здоровы и счастливы. И пусть хорошее настроение никогда не покидает вас. Заходите на наш сайт panorama-tver.ru, звоните по телефону 300-033. Оставайтесь с нами. Ну что, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Оставайтесь с нами и до новых встреч. We'll be right back.